Чемпионат страны. Ленинградский «Зенит» удачно провел первый матч дома под крышей на искусственном поле. Сегодня же во встрече с «Жальгирисом» они вышли уже на летнее поле. Вряд ли только это стало причиной поражения. Но так как бы то ни было, во втором тайме хозяева поля допустили две ошибки в обороне, и оба раза их удачно использовали вильнюсские футболисты. Первый гол забил Квилюнус, а второй – Баранаускас. Естественно, «Зенит» пытался спасти игру, но это ему не удалось. Лишь один мяч забили они в ворота «Жальгириса», сделал это красиво Чухлов, но все же ленинградцы проиграли 1-2. В седьмом туре зафиксировано два ничейных результата. «Шахтер» – «Днепр» 0-0, «Металлисты» – «Кайрат» обменялись голами. «Спартак» сумел одержать победу в гостях над «Черноморцем» 1-0. Поклонники футбола смогут посмотреть репортаж о матче «Динамо-Киев-Торпедо» в 21:50 по второй общесоюзной программе.